рекомендуемый многими ресторан с вюрстами. Пожалуйста. Находится буквально в 2 минутах от метро Шонфельдплац. Обещали мне за 2 минуты сделать по картошечке, по вюрсту, ну и там еще по кое-чему, о чем Настюха еще не догадывается. Классное место, и Настюха, пойдем внутрь лучше. Там будет, наверное, интересней. Менюшечка для вас, господа хорошие. В общем, на 12 евро мне вышло 2 вюрста, 2 картошки, соус и салатик. Вот, Настюха идет в уютные интерьеры. Иди в уютные интерьеры, Настюха. Оп, раз, и мы в уютных интерьерах. И здесь реально классно. От места, где подают сосиски. Ну, я не ожидаю такого. Я ожидаю увидеть здесь каких-нибудь турков или что-то подобное. А тут вполне аутентичные немцы, которые разговаривают на английском лучше меня. Про кьюкумберы мне что-то говорят. Ожидание — это непросто. Особенно, когда речь идет о Настюхе и еде. Представьте себе вюрстошный, даже есть, господи, здесь есть меню. Понятия не имею, мне даже чека не дали. Если вы знаете немецкий, и если вы понимаете контекст, то пожалуйста. И у них почему-то зачеркнута 6-я степень остроты. Очевидно, были жертвы. Здесь всякая жижа, но это неинтересно. Мы-то знаем, что жижа стоит в магазине 1 евро. Как я понимаю, здесь подразумевается самообслуживание, но нам принесли прекрасную еду. Вот она. Карри-вюрсты с картошечкой фри, с небольшим количеством кетчупика и с огуречным салатиком. Это еще одна версия огуречного салата. Очевидно, немцы любят огуречные и картофельные салаты. В бесконечное количество версий превращать. Вот. Слюни немного уже текут, действительно очень вкусно пахнет карри, и поэтому... Прекращаем эфир, да, Настюха? Mm-hmm. Универсальный совет для пацанов. Не хотите жить как цари в любой сосисочной культуре, купите себе в магазе соуса. Носите его с собой. Потому что соуса, как известно, всегда не доливают. Голос пустых тарелок вещает, что это было достойно. Настюха довольна. Немецкий интерьер. Кожаные штаны, все дела. Ну так давай. Настюха решила поиграть. А, это подсознательное скучание по своей работе. Девушка, когда уже еду принесут мне? Когда уже принесут мне еду? И главное, все по-немецки. TripAdvisor, пацаны, вообще не врет. О-о-о!